Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про породы собак, выведенные в России. Охранники, поводыри, охотники, представители декоративных и северных пород. В нашей стране выведено более 20 пород собак с самыми разными характеристиками. Многие из них признаны Международной кинологической федерацией и являются настоящими визитными карточками нашей страны на мировой арене. На протяжении нескольких выпусков мы будем рассказывать о разных по типу группах собак, выведенных в России. И начнем мы с настоящих охранников. Представляем вам 5 российских пород собак с великолепными сторожевыми качествами. Селекционная работа над московской сторожевой началась после Великой Отечественной войны в питомнике «Красная звезда». Была поставлена задача создать породу собак, которые бы обладали отличными сторожевыми качествами, выносливостью и неприхотливостью. При этом важно было, чтобы собаки были легко управляемы и послушны. Московская сторожевая получилась очень недоверчивой к посторонним, но крайне привязанной к хозяину и членам семьи. Эта собака хорошо ладит с детьми. Она сильная и дисциплинированная, никогда не лает попусту. Бурят-монгольский волкодав – древняя порода собак, которая была восстановлена российскими заводчиками из Бурятии во второй половине 20 века. А сегодня эти собаки наиболее распространены в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области. Представители породы обладают прекрасными охранными качествами. Они универсальны в содержании и хорошо адаптируются к самым разным климатическим условиям. Южно-русские овчарки появились на территории России около 3 веков назад. Во время войны поголовье этих собак сильно сократилось, и советским кинологам удалось его восстановить только к концу 20 века. Представители породы отличаются бесстрашием. Для них безопасность хозяина на первом месте. Южно-русские овчарки – прекрасные охранники. Эти собаки своенравны и требуют социализации и дрессировки с самого раннего детства. Кавказская овчарка – древнейшая порода собак. Формирование породы происходило не только в результате естественного отбора, но и под влиянием национальных традиций народов Кавказа. Кавказские овчарки исторически использовались для охраны стад и жилищ. Селекционная работа над породой началась в 20-х годах прошлого века. В процессе селекции как обязательные качества культивировались физическая сила, смелость, хороший слух, наличие густой, непроницаемой для осадков шерсти. В 20 веке в питомник «Красная звезда» поступил госзаказ на выведение породы служебно-сторожевых собак для службы в любых климатических условиях Советского Союза. Так началась селекционная работа над русским черным терьером. Сегодня эти собаки отличаются высоким интеллектом и великолепными охранными качествами. В случае опасности они могут быстро занять оборонительную позицию. Таковы российские породы собак, обладающие великолепными охранными качествами. Если вы давно задумались над тем, чтобы завести у себя дома настоящего сторожа, и при этом вы не против поддержать отечественного производителя, присмотритесь внимательно к одной из перечисленных пород. С любой из них ваш дом будет в максимальной безопасности. О других интересных фактах из мира братьев наших меньших вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!